Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые наши слушатели, мы рады приветствовать вас. Перед вами выступает фольклорно-этнографический ансамбль «Туран».
Ансамбль «Туран» был создан в 2008 году в стенах Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Тогда мы были студентами всего лишь второго курса. Перед нами очень много, как вы видите, фольклорных, древних музыкальных инструментов казахского народа. И мы сегодня хотели бы, воспользовавшись моментом, представить вам наши древние сокровища. Первый инструмент в руках у Махсата – это кыл-кобыз. Мне бы сначала хотелось сказать, что казахские народные инструменты делятся на основных пять видов. Это смычковые инструменты, это щипковые инструменты, язычковые инструменты, ударные, а также духовые инструменты. Кыл-кобыз относится к смычковым музыкальным инструментам. Это один единственный инструмент, который до сегодняшних дней дошел до нас в первозданном виде. Каким он был создан в далекие-далекие века, таким он дошел до наших дней. Основные материалы, из которого изготавливается кыл-кобыз, это кожа верблюда, это дерево, это конский волос, а также это железо. Инструмент выполняет три разных функции, разных инструментов, если точнее говорить. То есть на нем можно играть посредством смычка, на нем можно, его можно использовать как посох шамана, а также использовать как шаманский бубен. В древности этот благодаря этому инструменту лечили людей древние шаманы. Прародителем этого инструмента считается Коркыт-баба. Вторая группа казахских народных инструментов называется щипковые музыкальные инструменты. У казахского народа самым известным щипковым музыкальным инструментом является казахская домбра. Видов этой домбры у казахского народа свыше 24. В руках у бауржана вы видите инструмент домбра, который широко распространен по всему Казахстану, но в особенности в западном регионе Казахстана. Это грушевидная домбра. Следующий вы видите домбру трехструнную. Здесь, как говорится, да, три струны, и она считается одной из самых древних представителей этой группы. Инструмент трехструнная домбра распространен в восточном Казахстане и в южном регионе Казахстана. На этой домбре когда-то, говорят, играл Абай Кунамбаев. Это точная копия домбры Абая Кунамбаева. Также в домбровую группу входит инструмент шертер. Особенность этого инструмента не только в размере, но и в звучании. Звук, широкий и очень насыщенный звук, преподает ему преподносит именно натянутая кожа. То есть вы видите на инструменте наполовину натянута кожа, а также она наполовину сделана из дерева. Также в ней три струны. Когда-то на шертер говорится, что натягивали конский волос также. Но сейчас мы используем нейлон, современный материал. Также у меня в руках инструмент, который входит в группу домбровых щипковых инструментов. Это шинкельдек, либо балакай домбра. Казахский народ издревле очень сильно уделял внимание на воспитание подрастающего поколения. И именно такие домбры изготавливали для маленьких детей. Само название говорит за себя. Балакай домбра. Домбра для ребенка. Либо шинкельде. Писклявая домбра. Сейчас мы бы хотели вам исполнить произведение знаменитого композитора Нурлы-Сетлендиева «Аку», то есть «Лебедь». Здесь хотелось бы сразу сказать, что помимо того, что каждый инструмент имеет свое звучание, каждый инструмент умеет подражать природным явлениям. Вы сейчас в следующем произведении услышите голоса лебедей. Thank you.
казахского народа, помимо музыкального жанра, еще очень развита театральная постановка. Перед вами стоят три уртеке. Это древний вид театрального искусства, музыкально-театрального искусства, которое сейчас очень хорошо развивается. Как вы видите, есть такая установка, на которой установлена маленькая игрушка. То есть это горный козел. Как раз таки театральный вид искусства назван именно именем вот этого горного козла – ортеке. Но могут использоваться разнообразные фигурки от животных вплоть до танцующего человека, либо человека на коне. У нас существует своя философия, своя легенда. Мы хотели в нашем произведении «Ортеке» показать философию самой жизни. То есть от молодого поколения, от рождения до смерти. Перед вами стоит «Ортеке», который сейчас будет танцевать под музыку «Щертер», под игру «Щертер». Это старец. Перед Бауржаном ортеке молодой, джигит, скажем так, и передо мной ортеке ребенок. Ортеке. Thank you.
и следующий инструмент, который мы хотели бы вам представить, многострунный щипковый инструмент «Житегель». Также само название говорит за себя. «Житегель» – семь песен, либо семь мелодий. Дело в том, что с этим инструментом связана древнейшая, очень грустная легенда. В древности жил-был старец, у которого было семь сыновей. Но во время джута, голодовки, каждый сын умирает, и, посвящая сыну мелодию, старец натягивает на корыто по одной струне из конского волоса. Играя на этом музыкальном инструменте, старец вспоминает всех своих сыновей, и так и родилась мелодия на «Житегеле». Также мы хотели бы вам представить еще один древнейший музыкальный инструмент, который относится к группе язычковых музыкальных инструментов – шанхобас. Но об этом инструменте вам поподробнее расскажет Бауржан Бекмухамбетов. Еще раз здравствуйте. Шанхобас – это язычковый музыкальный инструмент. Как вы знаете, этот инструмент широко распространен как и в тюркском мире, так и в Европе, в Америке, в Китае и так далее. Да? Делается из металла, из дерева. Вот. Бывают различные размеры. Но этот инструмент раньше использовался шаманами, использовался при медитации. Вот. Вибрация прямиком идет в головной мозг, череп, да? И человек попадает в какой-то некий транс. Ну, позвольте сыграть. Инструмент. Примерно этот инструмент называется, например, в России варган, в Украине дрымба, в Беларуси, ну, дрымба, губанка в Беларуси, Украине, например, в Японии мукури, в Германии мультруми, ну и так далее. То есть этот инструмент широко распространен по всему миру. И следующий, наверное, сыграем каражорга, да? Mm-hmm. Каражорга в казахском народе, ну и в целом в тюркском мире существует каражорга песня, каражорга танец и каражорга кы произведение. Мы эти все жанры объединили, и сейчас послушайте наш каражорга. Thank you.
Следующая группа музыкальных инструментов называется духовые музыкальные инструменты. У меня в руках древнейший инструмент казахского народа – сабазга. Инструмент на самом деле очень распространен в странах тюркского мира, но у нас он называется сабазга, общее тюркское название – курай. У казахского народа этот инструмент делается из четырех материалов. То есть это камыш, тростник, это дерево, это металл, а также в древности еще говорят, что этот инструмент изготавливали даже из костей животных. Уникальность этого инструмента в том, что он может издавать два звука. Сначала я вам сыграю один звук, а затем двойное бурдонное звучание. Теперь двойное звучание. Еще один уникальный инструмент называется сассарнай. При переводе на русский язык это инструменты, которые делаются из глины. У казахского народа таких инструментов очень много. И одним из них является вот то, что находится у меня в руках. Хотя это в принципе уже усовершенствованный вид сассарная, чуть больше, называется бас сассарнай. Сам сассарнай выглядит намного меньше и имеет еще 7 подвидов, то есть уже деление идет по интонации, по тембру, а также по тональности. Я хочу вам сыграть одно произведение, чтобы вы могли услышать звучание данного инструмента. Этот инструмент в 1974 году был найден при раскопках древнего города Отрар. Усовершенствованием этого инструмента занимался этнограф Булат Сарбаев. Именно благодаря ему сейчас этот инструмент звучит во многих ансамблях, оркестрах, а также обучается в Казахской национальной консерватории как отдельная специальность. Еще один духовой музыкальный инструмент использовался как сигнальный музыкальный инструмент при охоте, а также при военных целях. Называется он мюссернай. Делается из рогов скота и использовался для подачи сигналов. Также у казахского народа имеется очень много таких сигнальных музыкальных инструментов. Похожим музыкальным инструментом называется буршак, только у него есть отверстие, то есть можно извлекать разные ноты. Есть у казахского народа длинная труба, которая называется керней. Также использовался при ярмарках, либо созыва народа на определенные действия. Следующим видом музыкальных инструментов у нас есть еще на руках ударные музыкальные инструменты.
Их у казахского народа также очень много, но, к сожалению, у нас сейчас на сцене лишь несколько. Позвольте ознакомить с ними. В руках у жанту инструмент, который называется дангра, шаманский бубен. Использовался он при камланиях самого шамана. То есть этим инструментом он когда-то лечил людей. Инструмент интересный. Большего размера инструмент имеется у нас в музее имени Ихласа в Алма-Ате. Говорят, что этот инструмент также использовали для сигналов. Дело в том, что когда вы бьете в этот инструмент, его можно услышать за 5 километров. Этот инструмент также является достаточно громким. Еще один инструмент у меня на руках. Он называется даулпас. Также ударный инструмент, напоминающий шлем воина. Уникальный инструмент называется тайтуяк. Это настоящие копыта. Издают топот копыт, звуки. Есть у нас посох шамана, который называется асатаяк. Этот инструмент также использовали когда-то шаманы, но этот усовершенствованный вид придумал ансамбль Туран. Вы здесь видите форму древнейшего петроглифа солнцеголового человека. И еще один уникальнейший вид искусства – это древнее горловое пение. Я бы хотел передать слово жанту, чтобы он вкратце объяснил про этот древний вид искусства. Ну, давайте я представлю вкратце. Горловое пение – это общий тюркский вид камлани. Существует 5 видов. Ну, в тюркском мировоззрении они делятся таким образом. Вот нижний мир, средний мир и верхний мир. Да? Нижний мир у нас Харгра, средний у нас Хумей и верхний Сыгыр. Но еще существует 2 подвида, это Борманадыр и Эзенгелер. Ну, сейчас жанту вам напоет, представит эти 5 видов. Первый стиль Харгра. Четвертый стиль у нас Орванада. Пятый стиль у нас Зинглер. Thank you.
Ну и последнее произведение, которое мы хотели бы вам подарить, называется «Казах Иле», что в переводе означает «казахский народ». Здесь мы хотели показать всю жизнь, быт, историю казахского народа. Thank you.